Добрый день, Алексей. Сейчас мы вам расскажем о генераторе, о ремонте генератора Bosch. С какой машины? Значит, да, вот сейчас знакомый принес. Это Audi сотка, ну, примерно рубеж 90-х, 2000-х. Мотор 2.4. Вот, вот у нас паспорт изделия имеется. 123-510-061. Вот, соответственно, точно будем менять подшипники, и сейчас посмотрим, что внутри еще из несовершенства. Вот. Генератор возрастной, начинаем с заливания жидким ключом. Всего, чего только можно. Так, облили. Вот, берем крестовую биту, снимаем заднюю крышку. Тот самый случай, когда слово «замочить» имеет прямое значение. Так. Вот эти три винта мы откручиваем. Давно уже не видел такой генератор старый. Да, это старое поколение Bosch'ей. Вот у нас была с тобой 80-ка. Угу. Вот, вот это еще постарше. У него более такой, ну не сказать архаичный, просто более старый мост, у него имеются дополнительные диоды, которые мы сейчас будут попутно проверять, хотя вроде нареканий на зарядку у человека не было, так просто общие, ну, проверить общие места. Надо. Да. Диагностика — это всегда метод исключения. Абсолютно. Так, вот здесь у нас тоже стопорочек крыши, крышки, все высохло, мы попробуем ничего не сломать. Попробуем ничего не сломать. Здесь поехало. Да, я бы его долго в руках вертел, перед тем, как разобрать. Не то чтобы страсть, как сложно, больше боишься уже высохший пластик кокнуть, поэтому не торопишься. Вот, есть, мы победили. Так, теперь берем. У меня тут аппаратура-то сколько. Страшное дело. Аж на два телефона снимаем. Так, откручиваем. Да, попутно говорю, да, откручиваем два винта крепления реле регулятора. Вот. Открутили. Сняли. Ну что, видим полный износ счета, да, счет практически нулевой. Видим запиленный коллектор до предела. То есть износ тут два со стороны точно. Да, это я вижу, да. Вот. Так, соответственно, продолжаем работать жидким ключом. Вот эти винты мы при исправности моста просто потянем, пусть немножко закиснут, это полезно. Далее, как говорится, я знаю, что куда тут какая крышка смотрит. Тот, кто делает это первый раз, пометьте расположение корпусных деталей на всякий пожарный. Да, чтобы не перепутать. Да, чтобы не пришлось включать логику или смотреть потом в интернете, как они были. Угу. Одна от другой. Ну, здесь как бы ухо. Это очевидно. Ну, мало ли. Так, попробуем. Этот пошел. На самом деле мы и снимаем это все для того, чтобы люди поняли, как правильно и как не надо. Да, что делать можно, что не нужно. Так, следующая шпилька. Их 4. Вот за это уже страшно. За это уже страшно. Тот самый случай, когда писарный навык говорит о том, что вот это могу открутить, а это, скорее всего, нужно применять спецсредства. Ну, сейчас попробуем и аккуратно покачать. Бывает, они просто ломаются. Это нехорошо. Что будем делать, если сломается? Мы, вот конкретно вот эту, я достану потом остаток резьбы, вот, и закреплю ее, потому что она нужна. Сейчас мы попробуем качнуть в обе стороны.
Обстучим. Вот. Мы победили. Да, то есть раскрутка в лоб, она иногда приводит к тому, что да, остаются куски шпилек. Вот, вот здесь вот конкретно, что бы сделал я? Миллиметровым кругом разрезал бы резьбу. Понятно. И снова шпилька, как правило, прочность закрепления на стоп-резьбе достаточная. То есть здесь она бы держалась прекрасно, даже резьба, вот, будучи распиленная в одном месте. Умение – сила, а знание – двойная сила. О, подшипники, подшипники уже приехали давно. Да. Андрей ездил в берушах. Еще один Андрей. Так, достаем. Вот у нас достался он, вот вкладыш выпал подшипника. Вот это у нас 203-й. Ну, весь грохот от переднего подшипника. Ну, это понятно. Визуальный осмотр статорной обмотки. На удивление, вот в этом месте коррозия полезла. Ну, в принципе, еще делать дело благодарное. То есть, на пару-тройку лет можно получить вполне себе предсказуемый генератор. Все-таки неплохо сделан. Какого года он приблизительно может быть? Ну, вот, наверное, он свои 18 лет уже оттрубил. Ничего себе. 98-й год мне подсказывают. Вот оригинальное это реле. То есть тут, конечно, либо пробег был относительно небольшой, либо, может быть, где-то по дороге была замена на оригинальный генератор. Ну, да, чтобы 18 лет прожить генератору. Да, да, да. Не, ну, они, конечно, действительно там по 250, по 300 тысяч. На данный момент уже 20. Ничего себе. Да, конечно. Так, откручиваем шкив. Так, есть. Ой, сдернули. Так, и вот это место, оно, конечно же, может нам попить крови. Пока обливаю со страшной силой. Вот, и ждем. Так, сейчас мы прозвоним диодный мост, ну и попутно на пробой статорную обмотку. То есть вот мы выставляем, значит, прозвонку. Да. И смотрим сначала плюсовые диоды на предмет падения напряжения. Вот в эту сторону, как положено, она у нас не звонится. А в эту вот мы видим 531. Ну, предположу, что все-таки это милливольты или попугаи. Поскольку устройство made in China, как все у нас в стране, да. Ну, китайцы наши все, в общем-то. Самое главное, бог с ним, пусть это, лишь бы работало стабильно. То есть, вот, теперь смотрим минусовые пары, да, видите, коснулся корпусом. Вот, соответственно, опять же, все те же 540 попугаев. Так, смотрим теперь на предмет. Так, ну вот, умное слово, ПН-переход работает как надо. В одну сторону пускает, другую не пускает. Теперь смотрим доп-диоды. Вот, чем отличался вот от того генератора, который мы делали в Volvo, да, с тобой? Там не было доп-диодов, сейчас они предпочли немножко удорожать реле, но упростить конструкцию моста. Вероятно, причина чисто экономическая, да? Вполне возможно. Вот, поэтому смотрим. Вот, вот у нас в одну сторону вот эти три пары доп-диодов должны звониться. Звонится, видно, Андрей, да? Угу, видно. Вот. А в другую, соответственно, нет. Они не звонят, не звонятся. Значит, на тот момент, когда мы смотрели минусовые пары диодов, попутно мы смотрели обмотку на пробой. Ну, это понятно. Да. Далее выставляем в положение омметр, смотрим сопротивление якоря. Ну, вот, все те же там три попугая. Вот, то есть, пробоя нет. Вот, вполне себе, после замены коллекторных колец, вполне себе будет приличное. Можно при желании посмотреть, господи,
сопротивление обмоток, ну, как правило, это точнее всего об этом скажет стендовая прокатка. Ну, потому что иногда нормальное сопротивление, а статор будет. Такое бывает. Поэтому все равно вот здесь вот как бы пока предварительный диагноз, все окей. Вот, угу. Но окончательно это вот после стенда. Угу. Так, теперь очень важная часть марлезонского балета называется снятие якоря с передней крышки. Значит, мы сейчас попробуем его выбить. Если он пойдет, хорошо. Если я почувствую, что он не идет, есть запасной вариант. Вот эти вот четыре винта выкручиваются. И подшипник вместе с крышкой обоймы, вернее, с крышкой подшипника снимается целиком. Вниз, дальше, да. Дальше появляется доступ к нему. Можно будет его попробовать снять с якоря просто, угу, традиционными вещами вроде съемника. Либо в тяжелых случаях распилить. Но мы попробуем его сбить. Вот наш любимый инструмент. Нам повезло. Да, в конце поаккуратнее. Все. Любимое слово современного поколения – распилить, да, которое чаще всего относится к денежным средствам. Да, но мы в этом не участвуем. Мы, в отличие от других, их зарабатываем. Да. В отличие от тех, кто их распиливает. Ну, что делать. Так, теперь… Значит, вот эти четыре винта тоже большие любители обойтись, поэтому мы их сначала простучим там на другом верстачке и попробуем. Итак, вот мы простучали винты, нам повезло, все пошли, обошлись без сверла. Все прекрасно разберется само собой. Значит, я забыл прокомментировать, да, между шкивом и подшипником стоит вот эта распорная втулочка, которую мы тоже вычистим с торцов, чтобы был контакт не по окислам, а по металлу, на предмет, чтобы оно потом не дало усадку и не получить разбитый якорь. Вот. Теперь выбиваем подшипник, вернее, то, что было когда-то подшипником. Спецустройство ща-38. Да, БИС-2. Вот это 142-63, так называемый подшипник. Сзади 203-й. Коллекторные кольца 135-172, мы их знаем по другому ролику, они там применяются. Вот, IB-387, регулятор. Вот, все, приступаем к очистке деталей. Так, вот у нас детали отмылись, почистились, что надо пролачилось, я говорю про обмотки. Теперь начинаем менять подшипник задней якоря и коллекторные кольца. Закрепляемся в тиски. Берем съемник. Здесь прочность коллекторных колец достаточная. То есть это в некоторых роликах там мы говорили там про некоторые модели генераторов, да, что. Ну я башки смотрю, они вообще прочные. А вот последнее поколение башей, как раз вот которые боксер, джампер, Ford Transit, там нельзя вот так делать. Там работать только от якоря, потому что прочность основания коллекторных колец недостаточная. Практически 100% завернете. А здесь вот он у нас. Все-таки хорошо учиться на чужих ошибках. И не говори. Так, это мы сюда. Вот. При замене коллекторных колец я попытаюсь, конечно, максимально комментировать, что я делаю. Вот. Но, в общем, смотрите внимательно, да, как говорится. Ну, это мы уже видели. Да, зачищаем. Да, зачищаем выводы сразу под пайку. Вот. Далее выламываем кусок вот этих колец. Они нам будут мешать, когда выводы снимаем. Не хочет. Боюсь, ваш объектив зацепил. Есть. Так. Так, сделано. Далее берем. Здесь электроклепка и начинаем расшатывать это соединение. Так, явно потребуется сгодится, наверное, это, да? Есть, отделили. То же самое со вторым выводом. Он здесь немножко с другой стороны. Пошел. Этот сам отделился. Все. Смотри-ка, нам и сегодня повезло. И не говори. Когда же потребуется умение?
по выражению товарища Суворова. Значит, кто-то распускает бормашины, как я говорил, это дело. На самом деле, если делать аккуратно, не пытаться загнуть основание, то все получится и так. Ну да, тем более, что эта деталь уже под замену все равно. Да, с ней это можно не церемониться. Просто кто-то распускает их маленькой бормашинкой, ну, не вижу смысла. Так. Включаем, наверное, паяльник. Это сделать сразу, забыл. Угу. Вот. Теперь снимаем основание. Пусть. Вот, сняли. Зачищаем. Зачищаем вот эту шлицевую часть от остатков второго коллектора. Порядок. Берем новые кольца. Вот, напоминаю, положение одно. Да, то есть здесь по шлицу ориентируем. Вот по ответочке, да? Вот, угу. Видно, да? Вот, сажаем. Сейчас вот немножко выводы сразу подогнем в нужную сторону. Поехали. Практически как в Государственной Думе. Выводы подогнем в нужную сторону. Однако. Да. В жизни бы не подумал, да, что политика и электричество настолько тесно связаны. Вот мы сюда завели. Ну, если дело. В политике что-то сделать неправильно, если тоже посыпется. Метко сказано. Ну, так, помнишь, здесь... кто сказал, из искры разгорится пламя? Конечно. Ну вот. Да. Так что взаимосвязь полная. Ну да, только тогда больше физику, а здесь в раздел и электричество, да? Совершенно верно. Так, вот мы все это время пытаемся завести. Вот тут такое лабиринтное уплотнение сделано. Угу. Вот, в него надо аккуратно это вложить. Аккуратно есть. Здесь как надо. Здесь тоже, в принципе, я доволен. Осаживаем окончательно. Соответственно, лупить в сторону не рекомендуется. Ну да, погнется. Да. Так, есть на месте. На месте. На баше одна из самых простых замены коллекторных колец. Как правило, других она сложнее. В Валио осложнена наличием полимерной защиты. Угу. Вот. В Денсе там помимо защиты до них еще надо доковыряться, ухитриться до выводов. То есть там это не просто даже для профессионала. Так. Кстати, обрати внимание, шумоизоляция на крышке. Ну да, да. Все-таки люди думали, что делали. Легкое подвывание моста, да, они немножко демпфировали. Так. Падать не надо. Интересно, китайцы когда-нибудь достигнут такого уровня развития, когда научатся делать вот так же все правильно? Или это безнадега? Ну, судя по тому, что у них копия Союза все-таки полетела, я сомневаюсь, что она сделана так же, как компоненты для автоэлектрики. Иначе мне жаль китайского космонавта. Ну, китайцев много, видимо, они... Дубль 18, да? Ну да. Если у нас на собачках испытывали, то... Ну, в общем-то, я думаю, как все-таки страна, которая
идет по социалистическому пути развития, все-таки они, наверное, к человеческому материалу поаккуратнее относятся. Вообще, это единственная страна в мире, которая удачно сочетает капитализм и социалистический путь развития на самом деле. Да, да. То есть, когда они поняли, что Советский Союз зашел в тупик, да, они постарались учесть все ошибки, которые были у него, и не повторить их, да. Это точно. Минутка политинформации при сборке генератора. Так, порядок. Так. Лишняя фиксация выводов. Потому что центробежная сила штука такая. Значит, если вдруг при разборке этих самых вот коллекторных колец отломали вывод достаточно коротко, есть запасной вариант. Только надо будет, вот как на старом кольце, удалить вот этот язычок, подвести вывод, припаяться и это место залить холодной сваркой. А, ну понятно. Держаться будет. То есть, как бы, проверим. Вот. Вот без сварки точно не будет. Так, поставили. Так, тестим, что у нас получилось. Можно мультиметром, но я, в общем-то, предпочитаю сымитировать рабочий как бы режим. Вполне себе. То есть мягонькая искра, пробоя нет. До этого коснулся корпуса. Так, это мы победили. Теперь начинаем собирать переднюю крышку. Сюда. Сорок два шесть три. И начинаем его вставлять в переднюю крышку. Уже посадка переходная. Почти до неприличия. Слабоват. Да, но не настолько, чтобы... Вот, кстати, если бы тут как бы совсем все было плохо, я бы лучше сработал тут полимером, чем начал дубасить керном, потому что посадка, грубо говоря, с легким натягом и херово лезет, это не одно и то же. Ну, в старину, да, кернили такие места, и, в принципе, подшипники, даже ступичные подшипники так вот ставили. Ну, я все-таки вот в этом вопросе, наверное, за химию. То есть, получится беззазорное соединение, и все-таки без таких, без ухабов на беговых дорожках, грубо говоря. Ну, понятно. Потому что внешняя обойма, она такая штука, она повторяет при установке, в общем-то, тело, в которое вставляется до известной степени. Так. Собираем крышку. Собирать все это дело. Вот. Здесь ставим опору от внутренней обоймы. Здесь то же самое, работаем по внутренней обойме. Фич. Так, берем вот эту проставочку. Вот. Это мы поставили. Теперь немножко герметика средней фиксации и ставим шкив.
шкифта. Ставим задний вкладыш. Тоже установили. Угу. И собираем. Напоминаю, по меткам, да? Ну да. Опа. Так, закручиваем 4 шпильки, которые крепят половинки корпуса. Значит, кто повнимательнее, наверное, обратил внимание, реле будет не оригинальное. Генератор очень простой по подключению. Вот. И здесь допустимо ставить неплохой, не оригинал. Вот. Вот если бы это была какая-нибудь уже история там с Лином, с БСС, да, только оригинальное реле. Вот. Иначе могут всякие интересные чудеса происходить в машине. Ну, в тех годах, в которых использовался этот генератор, таких электронных блоков в автомобиле еще и не было. Он, в общем-то, по возбуждению копия генератора от какой-нибудь Лады. Это как бы именно так, так оно и есть. То есть слаботочка от лампочки через диод. Понятно. Вот, да, поэтому здесь еще все просто и недорого. Так, подтягиваем крепление моста. Интересно, увидим мы когда-нибудь телегу, запряженную лошадьми с устройством АБС. Ну, глядя просто на то, как совершенствуется, на то, как совершенствуются генераторы, как дорожает топливо. Да, бричка с системой стабилизации — это красиво. В этом что-то есть. Тогда пьяный кучер, в общем-то, не сильно мешает. Ну да, главное, чтобы трезвая лошадь была. Я, кстати, видел где-то ролик, где лошадка настолько умная, что за одним ходом сама с поворота сдает с прицепом в сарай. Я людей не часто, вернее, часто встречаю, которые не способны на такое. Тут лошадь. Ставим реле. Вот, попутно я зачистил как бы массу, да, вот, и вывод шлейф с доп-диодов. Вот. Так. Так. В общем-то, все. Одеваем крышку, одеваем последние три вот этих самореза и, пожалуйте, под микроскоп. Сейчас прокатаем на стенде. Засим, в общем-то, да. Сборка закончена. Все, спасибо, Алексей. Всего доброго. До новых встреч.